Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гравончук. І зараз ми говоримо про таке. У Дніпрі блогер Артем Костюк реанімував книгу Семена Ахматова «Розповідь про Дніпропетровське метро». Власне, сьогодні блогер, журналіст та прес-аташе Дніпровського метрополітену Артем Костюк сьогодні в наших гостях. Артеме, я вас вітаю. Так. Ну що, будь ласка, розкажіть детальніше, що означає реанімувати книгу, що це за книга? Ну, собственно, от, это книга, небольшая книжка на примерно 140 страниц, и впервые я столкнулся с ней примерно в 2017, кажется, году. Мне ее прислали в виде обычных фотографий, то есть человек пришел в библиотеку, я даже не знаю кто, мне просто прислали фотографии уже готовые, и он просто листал и фотографировал на телефон, то есть, сами понимаете, это не очень такого хорошего качества фотографии, чтобы можно было с ними работать, но я загорелся ее оцифровать, и чтобы можно было ее нормально, полноценно читать и выложить на сайте метрополитена. Первая половина книги, ну вот, то есть примерно вот, грубо говоря, вот так вот человек держал и фотографировал. То есть, вы сами понимаете, не всегда хорошо попадаются все строки, все страницы. Мне приходилось все это выравнивать, мне приходилось все это делать красивее, чтобы программа, которая распознает текст, могла более-менее его распознать и уже выдать мне хороший результат. Примерно до середины книги я шел более-менее хорошо, а дальше уже видно было, что часть строк очень плохо видно, и мне приходилось просто некоторые строки буквально набирать вручную. Времени уходило на это колоссальное количество. Вроде бы и текста не сильно много, книга не сильно большая, но времени уходило много, и даже в какой-то момент я понял, что, ну, это, учитывая, что у меня было времени не сильно много, что это маловероятно ее полностью все оцифровать. Ну и скажу по правде, у меня даже на какой-то год-два опустились руки, и работа остановилась примерно на половине. Ну а тут вдруг мне предложил помощь мой друг Максим Саламатов. Он примерно треть книги сам смог нормально распознать. Ну и от меня уже оставалось ее полностью опубликовать на сайте метрополитена. И я замечу, что совсем недавно я открыл новый сайт, и уже, в принципе, к этому событию я, скажем так, закончил полностью работу, и теперь эта книга доступна полностью в цифровом виде, в текстовом виде, и уже потом, после публикации результатов своей работы, я уже нашел реальный оригинал. Даже в двух экземплярах. Один вот такой вот в очень неплохой сохранности, даже в полной комплектации. Здесь есть внутри еще схема метрополитена 80-х годов. О, потримайте, будь ласка, подольше. Так, да, зараз с тремя линиями. И вторая книга такая же самая, без схемы, правда, но она была в плохом состоянии, и как раз, в принципе, она у нас ушла для того, чтобы ее полностью разорвать и полноценно отсканировать. И буквально сегодня мой коллега Александр Волок выложил полностью всю эту книгу уже даже в отсканированном виде. Тобто, якщо б ця книжка так в оригіналі потрапила вам в руки 2017 року, то, можливо, скоріше б ви її видали. Намного, звісно, швидше. Я би її сам би отсканував, ну, і це все швидше би пішло. Так як вона у мене вийшла от в тому виді, в якому от, такі от фотографії були. Тобто, самі розумієте, не завжди виходить хорошо це все зробити. Тобто, роботи, повторюсь, было произведено довольно много, и благодарю, конечно, за помощь моим друзьям, которые мне очень сильно помогли. Как вам на руки попался оригинал? Вы его навмисно не шукали, или это было случайно? Да, навмисно я его искал, и в одном из магазинов, интернет-магазинов старых книг я нашел вот две последние книги, можно сказать. У Дніпрі? В Дніпрі, да. Скажіть, будь ласка, давайте трохи розкажемо про цю книжку, від якого вона року.
Про что? Да, автор книги Семен Ахматов, это известный в свое время журналист газеты «Днепр вечерний». Вот Семен Ахматов как раз и публиковал сводки о строительстве метро как вот с 81-го там, по конец 80-х. То есть, по сути, он занимался в свое время тем, чем сейчас занимаюсь я. Только он это все делал в газете, немножко на других носителях. Сейчас все совсем по-другому. Я использую интернет, я делаю видеообзоры, то есть у меня это все намного более интерактивно. Вот. Но, по сути, он занимался тем же, чем и я, и потом в итоге уже в 89-м году издательство «Промень» Днепропетровск выпустило его книгу «Рассказ о Днепропетровском метро». Ну и, в общем-то, сама книга, она довольно-таки, скажем так, в советском стиле написана, но если это отфильтровать, то здесь можно найти довольно много технических интересных моментов, которые проливают свет на некоторые исторические факты строительства метро. На самом деле, вообще до появления всех этих материалов об истории метро очень мало знали, то есть было 1-2 статьи, которые написали журналисты каких-то изданий, ну и, в общем-то, те статьи, они больше с журналистской сенсацией, скажем так, были, то есть они мало проявляли свет на истории метрополитена. Но, к счастью, я и мой коллега Олег Тоцкий, мы потихоньку-потихоньку собираем материалы по истории, и вот и по сусекам, можно сказать, и формируем такую информацию по истории города. И, кстати, есть еще у меня огромное количество вырезок из газет той же «Днепровечерней», а автор Семен Ахматов, который написал эту книгу, то есть у меня... 91-й рік, я бачу, так? 91-й год, да. 90, с 81 по 91 год. Метростроица, мне позавидуешь. Да, да, да. И это все я тоже потихоньку оцифровываю в текстовый вид и потихоньку добавляю на сайт метрополитена. То есть я вообще на сайте метрополитена разделу истории, сейчас уделяю довольно много времени и внимания. И вот все, что интересно, все, что может быть интересно читателю, я публикую там. Ну и тут большое количество, забыл добавить, еще одна книга есть, которую мне подарил подписчик. Я ее, правда, еще не оцифровывал, но я думаю, что здесь тоже очень много интересного материала. Воспоминания первого секретаря Днепропетровского горкома партии. То есть я так понимаю, что это человек, который продвигал идею строительства метро у нас в Днепре. То есть вот именно на политическом уровне он был одним из первопроходцев, которые, в общем-то, содействовали положительному решению строительства метро у нас в городе. Ну, здесь тоже есть довольно много иллюстраций. Я еще, скажу по правде, не прочитал ее, но я думаю, что в процессе сканирования я все это буду читать. Ну, то есть большое количество этих вырезок, у меня большое количество каких-то других чертежей и документов, которые я, в общем-то, не сильно буду публиковать на сайте, они не сильно понятны будут читателю, но я думаю, что оцифровывать это все нужно, и чтобы оно сохранялось. Да. Ну и тоже большие рулоны схем и так далее, то есть это все, если будет интересно читателю, я тоже, конечно же, постепенно буду публиковать. Повертаючись до розповіді про Дніпропетровське метро, так саме називається книга, ви сказали, що там більше про те, як будували метро, там 81-й рік це вийшла книжка. Які там є деталі, там, які вам сподобалися, які вас приголомшили або здивували? Ну, во-первых... Може, там розповіді історії простих там, метробудівників. Ну, тут в основном довольно много, кстати, информации о будущем на тот момент метрополитене в деталях, то есть вплоть до отделки станции. И, в общем-то, очень много моментов, которые описаны в этой книге, сейчас можно узнать уже на действующем метрополитене. Также тут есть информация о каких-то проблемах и авариях, которые случались на метрополитене. На самом деле у нас очень сложная геология, и
выволы, плывуны, и это все, в общем-то, было, ну, не скажу, что довольно часто, но присутствовало. Здесь некоторые моменты тоже описаны. Но из того, что мне очень, конечно, ну, понравилось и вызвало у меня очень много вопросов, тут описан момент строительства коллектора. Коллектор, который идет от Краснопостанческой балки, сейчас это долгая балка, мимо цирка и к Днепру. И что интересно, что этот коллектор строили щитовым способом. Щитовой способ – это такое, можно сказать, подземное сверло, ну, если можно так выразиться. То есть это такая огромная машина, такой бур, и он проходит тоннели механическим таким способом, сразу же ставит обделку тоннеля и так далее. То есть этот коллектор, как здесь описано, его строили щитовым способом, что очень странно, у нас даже метро не строится щитовым способом. И в каком-то месте в районе улицы Литейной этот коллектор попал в плывун, его затопило, потом нужно было провести определенное мероприятие, их провели, и этот щит вытащили. То есть фишка в том, что я, во-первых, не знаю, что это за коллектор, и вполне возможно, что это уже строилось даже не ливневая система, а какая-то подземная дорожная система, потому что примерно по тому маршруту от цирка до Краснопостанческой балки в 70-х было запланировано строительство большой подземной дороги, тоннеля. То есть, возможно, это даже уже начинали строить этот тоннель автомобильный, то есть съезд с моста под землю и потом под проспектом, и выходит дорога на Краснопостанческой балке долгой. То есть даже сейчас уже этот проект начинает потихоньку о нем вспоминать и добавлять его в новые генпланы, но, возможно, уже тогда, в конце 70-х, уже начинали его строительство. То есть я хочу изучить этот вопрос. Может быть, какие-то документы мне по этому поводу попадутся, но момент интересный, да. Скажіть, будь ласка, щодо книжки, чи можливо там описано, наскільки сильно жителі міста чекали метро, поки воно будувалося? Ну, о жителях города здесь мало что говорится. В основном о строителях, о бригадирах, о личностях, о инженерах, то есть жители, тут, ну, было пару моментов, они больше были недовольны, потому что у них где-то штукатурка осыпалась, например, там что-то в этом роде, но потом это все, все эти проблемы решались. Но строительство метро, и как тогда, так и сейчас, оно сопровождается какими-то такими моментами, которые могут не понравиться, неудобствами, которые могут не понравиться жителям. Но идея была, конечно, на то время очень неплохая, строительство метро. Сейчас, к сожалению, оно не так пользуется популярностью, как могло пользоваться по тем задумкам, по тем проектам, которые проектировались тогда. Три линии целые должны были быть соединить все районы города. То есть это сейчас бы, конечно, очень сильно разгрузило бы нашу транспортную артерию, но я надеюсь, что их воплотят хотя бы частично. Пане Артем, ви, як і Семен Ахматов, власне, наразі документуєте та спостерігаєте за будівництвом нових станцій метро. Скажіть, будь ласка, чи думали ви про свою книжку, коли ви її напишете, коли вже метро збудується? Ну, для початку потрібно зібрати матеріал. Ну, ви збираєте, у вас є така ціль? Так, да, от я збираю, у мене тут вже є, у мене вже багато зібраного із структурированного материала есть дома, и у моего коллеги Олега Тоцкого. Но я не могу сейчас загадывать, но, конечно, хотелось бы что-нибудь такое написать, потому что все-таки строительство нашего метро – это уже довольно громкое и легендарное событие, скажем так, и я думаю, что оно стоит того, чтобы ему уделить внимание и запечатлеть его в виде каких-то рассказов или книг. Наразі будівництво метро зупинене. Так, да, к сожалению, зупинено временно. До перемоги України. Так, да, до перемоги. Подрядчик вивіз своїх сотрудників, в основному це турки, то есть турецька сторона, вона заинтересована, щоб з району бойових дій, з міста, де воєнне положення, були вивезені їх громадяни.
Чи нічого там, власне, під землею не постраждає, чи не шкідливо цей простій? Ну, конечно, такі виробітки там вже доволі багато. Це більше 5 кілометрів тунелі, це вже половина станції театральної, це четверть станції музейної. Це вже великі виробітки на даний момент. Їх, звісно, нельзя бросать. Но у турецкого подрядчика нет возможности физически сейчас за этим следить. Поэтому город заключил договор с Днепрометростроем. В общем-то, это люди, тоже инженеры, которые понимают тоннелепроходческое дело. И они, вот, собственно, следят за теми выработками, которые сейчас там находятся. То есть откачивают воду, следят за временной крепью. И я думаю, что у них большой опыт, тут волноваться не стоит. А потом уже после победы подрядчик вернется. Я знаю, что он заинтересован вернуться и достроить это все. И строительство продолжится, к сожалению, пока что сейчас оно остановлено. Скажи, пожалуйста, что до вас, как публичной особы, блогера, журналиста, престиже метрополитену, скажите, как изменилось ваше життя в плане деятельности, так, профессийной, с 24 лютого? Ну, у меня сейчас... У вас было много проектов. Да, у меня сейчас появилось чуть больше времени заниматься моими проектами. В частности, как я уже выше сказал, я написал новый сайт метрополитена. Также я больше внимания уделяю своему проекту Old Maps DPUA. Это сайт интерактивных исторических карт. И публикую довольно много уникального материала и планирую продолжать и дальше. То есть, по сути, я занимаюсь тем, чем и занимался. Просто сейчас я вижу, что люди немножко переключились на другой контент, но я люблю свои проекты, я всегда ими занимался, много времени и лет им посвятил, поэтому не планирую их бросать. Я получаю удовольствие от процесса, и я надеюсь, что со временем люди все-таки вернутся к нормальной жизни и будут читать то, что читали раньше. І наостанок, власне, реанімовану книгу Ахматова «Розповідь про Дніпропетровське метро», я правильно розумію, можна почитати на сайті метро DPUA? Да, сайт метро DPUA, там є розділ «Історія», і, кроме як книга, там є ще, наприклад, візуалізація станцій старих і театральної, і музейної, тобто те, що було ще до нового подрядчика. То есть, по сути, я там описал историю строительства не только первой очереди, но и историю строительства вот этого участка от вокзальной до музейной. Я вообще этим занимался, начиная с 2007 года, поэтому мои первые репортажи еще 2007 года с метростроя тоже уже история, которую я, в общем-то, там публиковал. Это интересно. Книгу точно доведеться потім писати, після перемоги України. Я надіюсь. Я дякую, що сьогодні до нас завітали. В наших гостях сьогодні був Артем Костюк, блогер, журналіст та пресеташе Дніпровського метрополітену. Говорили про те, що, власне, пан Артем реанімував разом з друзями так книгу Семена Ахматова «Розповідь про Дніпропетровське метро». Це, власне, ще одна така частинка історії будівництва метро у минулому столітті. З вами була Анна Грибунчук, телеканал «Відкритий». Дякую за увагу.